Куда это ты завел меня, друг Санчо? Здравствуйте. Это значит, я вас завел. Это значит, я сражаюсь с мельницами, кофемолками, миксерами. Это значит, я в поисках вашей Дульсинеи затащил вас в женское общежитие. Санчо, не напоминай мне об этих ужасных женщинах. А, теперь уже ужасно. Так, Санчо, кстати, а где мой верный скакун Росинант? Верный? Не смешите меня. Я его 2 раза заставал с соседской кобылой, потом 4 раза с... Короче, весь хозяин. Так, Санчо! Подождите! Молчите, благородный рыцарь, иначе нам наступит... конец! От другого слова. От какого именно? Я вам потом скажу. Мы попали в вертеп разбойников! По местному аншлаговская группировка. Они здесь забили стрелку по поводу 30-летия. Санчо, так давай нападем на них и освободим страну. Благородный рыцарь, за эти годы многие пытались, да обломали себе зубы. Посмотрите, это же мафия! Они 30 лет терроризируют страну! Да, я тебе скажу, лица у них, конечно, мало приятные. Особенно у этого со сверкающей головой. Это блестящий Коля Лукинский! Лучший боксер среди артистов и лучший артист среди боксеров! Нокаутирует всех одной фразой: «С Новым годом, пошел нахуй!» Что ты говоришь? Да! А вот этот такой симпатичненький. Ух, это заморский гость Серджио Дработини. Скажи мне, а почему он такой печальный? Потому что за много лет в России он так и не понял, почему до хрена это много, до хренища это очень много, ах... Рейн тебе, это ничего. Ну, я тебе скажу, я бы на его месте тоже не... Подожди, подожди. Это же она, моя возлюбленная Дульсинея. Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер Зусман. Да потише, потише! Это тетя Сонька, золотая ручка по кличке Клара. Любит... Ляпки, трубку и водочку. Скажи мне, а что, если я приглашу ее сегодня на пляж? Я заранее знаю, что она вам ответит. Что? На пляж мы сегодня не пойдем. Напрасно, мадам. Скажи мне, а вот это кто такой пестренький? Но это вообще... Я боюсь о нем что-либо... Это же их Гарри Поттер по кличке Гена Ветров. У него есть волшебная палочка. И жена его ревнует каждому столбу. А он посиснивается. Скажи мне, а вот это что за сладкая парочка? Ох, это члены знаменитой шайки XBB. А чем они промышляют? Они, да это же музыкальные маньяки. За много лет они надругались над тысячами популярных мелодий. Да ты шо, да. А лица вроде интеллигентные. А этот вроде вообще как мальчик из хора Свешников. Ага. Подожди, подожди. А вот этого мужчину... Да я же... Я видел тоже в таверне по дьявольскому ящику. Тише, умоляю вас, тише. Это Маменко. Один из самых жестоких. Пытает своих жертв анекдотами. Может, рассказывает их часами. А публика не им с твоим. Что ты говоришь? Подожди, Санчо. Да? А вот смотри, какой прикольный идальго. Молчите, молчите, поосторожнее с ним. Это Юра Питерский. Воспитал себе малолетнюю банду из детсада «Сорнячок» и поработил театр эстрады. Держит в страхе
весь Петербург и заставляет зрителей хохотать до полусмерти. Ёкарный бабай. Обалдеть, что за ужасы ты мне сейчас рассказываешь. Подожди, Санчо, иди сюда поближе. А вот это, сеньора. Молчите. Это Света Рожкова, главная сваха России. Что ты говоришь? Да. Так может она сосватает за меня мою Дульсинею? Не получится. Почему? Она еще и свекруха, и теща в одном флаконе. Свекреща. Что ты говоришь? Подожди, Санчо. А вот этих рыцарей я тоже откуда-то знаю. О, это страшные и безжалостные братья Пономариусы, имеющие одно лицо на двоих. В этом году им исполнилось 100 лет. Да ты что? И чьими только голосами за эти годы они не говорили. От лицедеев и фигляров до вельмож и глав государств. Надо же, какие неприятные. А вот это, если я не ошибаюсь, то ли Донна Вовановна, то ли Донна Коляновна. Ты, как всегда, правый, благородный рыцарь. Эта слава есть беспощадный. Недавно привел сюда жертву. Заложника. Заложника. И тот кричит, я невинный, я невинный. Он говорит, все равно будешь у меня принимать экзамен по русскому языку. Надо же. Подожди, Санчо, скажи мне, а кто вот эта импозантная Матрона? Вот это вопросик, это же Люба. Любка по кличке Рыжая Фурия. Может находиться в разных местах одновременно. Это что? Да, это же она планирует все их бесчинства. Разговаривает на только им понятном языке. Почему? Это не сделано. Это же непрофессионально. Санчо, скажи мне, а кто вот этот убеленный сединами благородный отец? О, это не только благородный отец, но и благородный сын. Это же султан Аншлага Вальдемар Ибн Винокур по кличке Карабас со своим театром. Да вы что, бедных гоняет им хвост и... И не надо, не рассказывай. Потом сюрприз будет. А вот видите, вот этот благородный Дон с такой аристократической бородкой. Да-да. Вот это и главарь. Да. Он же Достман, он же Артес, он же Алекс. Продюсер в законе. Держит всех в ежовых рукавицах. А кто провинится, страшно сказать. Ну, говори. Закармливает до полусмерти узбекским пловом. А как же они несчастные это все едят? С удовольствием. Да, Санчо, я понял. Нам эту группировку не победить. Нет. А раз так... Остается только один выход. Да. К ним присоединиться.